В детской художественной школе состоялось открытие выставки. Здесь уже в полную силу начался учебный процесс. Для ребят эта выставка – результат проделанной работы на занятиях в период пленэрной учебной практики. Талантливые молодые художники, для которых профессия художник стала не просто хобби, представили пейзажи города Кумертау и города Сочи. К этой выставке педагоги и воспитанники художественной школы начали готовиться еще летом. Сегодня у нас в художественной школе открылась необычная выставка. Это выставка пленэрных работ. Слово «пленэр» в переводе с французского языка означает рисование на открытом воздухе. В этом году, ну и прошлые годы тоже, наши ребята вместе с педагогами ходили на улицы нашего города и рисовали виды нашего города. Это пейзажи в основном. И здесь, на этой выставке, представлено несколько сот детских работ. И в основном это пейзажи нашего города. В этом году впервые с ребятами проводились пленэрные занятия. На пленэре дети осваивают художественные особенности в работе над пейзажем, знакомятся с природно-климатическими условиями и характером местности родного края, пополняют свои знания новыми сведениями о памятниках истории и культуры, что, безусловно, способствует более углубленному нравственному воспитанию. А также во время пленэра закрепляются и углубляются знания и навыки по живописи, рисунку и композиции. Развивается творческая активность и инициатива учеников. Из своих походов ребята принесли этюды, наброски и зарисовки, которые представили на выставке под названием «У природы нет плохой погоды». У меня тут три работы, и мне очень понравилось, было очень интересно. Даже когда шел дождь, мы сидели под крышей в парке у нас, и прям такая атмосфера, прям вообще хорошо было. Конечно, было холодно, но мы все вытерпели. Я занимаюсь 7-й год. Я был 3 года в нулевом, меня долго держали, потому что я по возрасту не подходил. И сейчас я уже в 4-м классе. Мне больше нравится рисовать этюды, натюрморты, акварелью. А почему такой выбор? Мне как вообще краской просто больше нравится рисовать. У меня такой взгляд, что у них больше возможностей. И мне нравятся такие долгие работы. А красками, акварелью можно делать работу очень долго. На выставке представлены только лучшие работы, на которые вы сможете посмотреть до середины следующего месяца. Рената Гайсина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».